Здравствуйте. Делаю обзор, значит, на гитару Morris Grooving AG A90Z. Гитара 90-х годов, начало 90-х, выпускалась 91-92 года. Значит, топ еловый, сама вся из красного дерева, гриф вклеенный. Значит, под нейлон, неточная копия Гибсон Чет Эткинс, СИС так называемая модель. Сделана в Японии, трехполосный, значит, преамп и громкость, тут ничего такого нет, батарейка, актив. Поиграем немножечко. Настроил где-то посередке, плюс-минус. Слушаем. Thank you.
очень великолепный звук, полная аналогия с Гибсон Чет Эткинс. Что могу сказать? Клевая гитара. До свидания.